Всем огромный привет! Сегодня у нас будет распаковка посылок с AliExpress и с Валберис немножко покажу. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Поехали! Сразу скажу, все, что здесь у меня находится, я уже достала из пакетиков, чтобы вам не шуршать. И кое-что уже проверила. Все вам покажу и расскажу. Как Дед Мороз буду из мешка доставать и показывать. Первое, что хочу показать, это вот такая лейка для душа. Я заказываю ее уже, наверное, это третья лейка у меня будет. Очень классная. У нее здесь, посмотрите, такие мелкие вот эти отверстия. Очень экономит воду, во-первых. Во-вторых, очень приятные вот эти тоненькие струйки. Ну, мне очень нравится. Единственный минус, она пластиковая. И у нас жесткая вода, вот эти отверстия мелкие забиваются. Ну, конечно, я их как могу прочищаю, но когда уже все, нет возможности почистить, бывает, что выбивает эту пластиковую штучку. Но, к сожалению, пока я не придумала, как ее снять, чтобы почистить. Ну, я думаю, если буду отковыривать, либо поломаю, либо, ну, не знаю, поэтому. Ну, она стоит бюджетно. Кстати, все эти товары были из раздела «Все по». Ну, в смысле, по одной какой-то цене. Нужно взять не менее 3 штук. Цены, кстати, там меняются. Бывает 99 рублей, бывает 159 рублей, 140, 160, 180. Ну, у меня эти товары, по-моему, все за 180 рублей. Короче, леечка вот эта 180 рублей. Очень мне нравится. Рекомендую. Следующее, что хочу показать. Для своего телефона я заказала вот такой кабель. Заказывала, ранее вам показывала, что прислали не тот кабель. Заказала USB и Type-C. Кабель в такой вот тканевой оплетке, ну, на вид добротный. Здесь имеется окошечко индикации. Я уже проверила. У меня телефон вредничает, и не каждый кабель к нему подходит. Это счастье великое, что если что-то подойдет. И к моей радости великой подошел вот этот вот кабель. Не знаю, посмотрю, как он, сколько проработает с моим телефоном, но проверила, заряжает. Он с быстрой зарядкой, да, действительно быстро, хорошо заряжает. Удобно, что здесь есть вот такая штучка на липучке, когда кабель не нужен, аккуратно его сложил, убрал, и он не болтается. И еще один кабель, но другой фирмы. Это у нас Туки. Правильно читаю я? Ну, вот так. И вот. Вот такой вот еще кабелек. Кабелек. Так, все было упаковано вот в пакетиках, все как надо. Тоже такой же в оплетке, тоже здесь вот эта штучка собирать кабель. И проверила, ну, здесь нет окошечка индикации, но для меня это не важно. Проверила, все работает, мой телефон его принимает. Я очень рада и довольна. Следующее, что хочу показать, посылочек немного на самом деле, но для меня они нужны. Вот такая штучка, я уже заказываю второй раз. Первый раз я заказывала что-то около 400 рублей, но давно это было, года 3 мне прослужило. Это открывашка. Открывать винтовые крышки, можно даже пробки на бутылках открывать вот такого диаметра. Очень удобная, мне очень нравится. Ну, когда я сама открывала, все было в порядке. Попробовал муж открыть и сломал мне ее. Силы-то немерено. Но штука очень удобная, в хозяйстве всегда пригождается. И почему бы не заказать по такой низкой цене? Вот я заказала себе. Теперь у меня будет чем открывать баночки. Следующая посылочка, что я заказала, это вот такой пакетик с zip-застежкой. Это женские носочки. Расцветки были у продавца разные. Я выбрала вот такие беленькие. Здесь 5 пар. Ну, знаете, за 180 рублей 5 пар – это отлично. Носки хорошего качества. Они, ну, на лето самое то. Весна, лето. Они не слишком плотные такие, но очень приятные. И мне они нравятся. Каждый носочек, смотрите, тут вот у нас на резиночке. Резинка, кстати, посмотрите, как резинка хорошо сделана. Вот, все аккуратненько прошито, никаких ниток здесь нет. На резиночке тут какие-то есть рисуночки, и на самих носочках тоже рисуночки разные. Здесь вот лапки,
Вот такой рисунок на носочках. Они хорошо тянутся, легенькие. Я часто очень беру носки на AliExpress, и мне они нравятся. Хорошие, симпатичные. Еще раз скажу, что там можно найти абсолютно разные расцветки и носки хорошего качества. Вот у меня носки по много лет я ими пользуюсь. И теперь вот белыми носочками надолго я запаслась. И последняя, да, последняя посылка с AliExpress, это вот такой топ. Сразу скажу, что я уже его померила, чтобы вам рассказать более подробно. Вот такой топ. Расцветки тоже были абсолютно разные. Я взяла белый. Лямки, ну я не скажу, что они слишком тонкие, но и не толстые, хорошие лямочки. На теле сидит удобно. Конечно, это синтетика. Я не знаю, есть ли здесь примесь хлопка, но вот на вот этой части, где чашки у нас изнутри, здесь, по-моему, хлопочек-то есть немножко. Но мне понравилось. Очень приятно к телу. На теле все облегает, грудь поддерживает. Отлично просто. Плотненько все сидит. Она очень хорошо тянется. И вот эти чашки, посмотрите, как все аккуратненько прошито, все аккуратненько выполнено, никаких ниток, ничего. Чашки можно достать. Пушап здесь, я могу, ну, можно сказать, что его здесь практически и нет. Он, ну, совсем вот, что может быть самый минимум, это самый минимум. Скорее всего, даже как будто его и нет. Сейчас, если получится мне достать. Ну, вот где тут он? Ну, вот он весь. Вот он весь пушап. Все. Очень удобно. Если у кого-то грудь побольше, конечно же, там одного размера, по-моему, они все были, то можно вытащить вот эти чашки и на грудь сядет хорошо. Сзади топ, ну, спереди, как обычно, повыше, сзади покороче, ну, пониже спинка. Выполнен в форме маечки. Отличный. Я посмотрю, и я еще обязательно закажу других цветов. Темные какие-нибудь, ну, чтобы под разную одежду можно было одевать. Классная вещь, мне очень понравилась. Ну, не знаю, летом будет ли жарко. Я думаю, летом все-таки, наверное, будет жарко. Но, опять же, не знаю. Все это посмотрим в процессе носки, и будет видно, как оно. Не знаю, у вас на камере немножко желтит. На самом деле он прям белоснежный-белоснежный. Еще раз скажу, что топ мне очень понравился. Классный. Он очень хорошо тянется. Так что вот это все посылочки с AliExpress, которые я заказала. Ну, по факту заказывала то, что было мне нужно. Давайте покажу вам посылочки с Валберис. Их немного, но покажу. Заказала кофе. Не знаю, в какой раз я уже заказываю. Уже много раз в одном магазине заказываю. Всегда приходит в коробке, всегда приходит вакуумная упаковка не нарушена. Идет лотом по две пачки. 858 рублей в этот раз я за него отдала. Посмотрела в магазине, в Магните. Одна пачка стоит почти 600 рублей. Одна пачка 250 грамм. Намного выгоднее мне заказывать. Кофе Лавацци Ора Квалта. Обалденный кофе, самый любимый. Обожаю его, всегда его покупаю. Вот две пачечки по 250 грамм. Сейчас как раз сразу и сварю. Следующее, что я заказала на Валберис. О, 100 рублей. Так, если понравилось, оставить отзыв и получить 100 рублей на телефон. Вот как. Заказали кассеты Gillette. Что-то они были. Ой, честно, не помню. 700 с копейками рублей. Здесь получается 8 кассет должно быть. Не знаю, хорошие они или нет. Мы заказывали набор станок с кассетами, два раза брали. Хорошие были, острые, хорошие лезвия, нормальные. Вот эти взяли на попробовать. Ну вот, попробуем, потом скажу, как. Давайте откроем, посмотрим, что там из себя они внутри представляют. Так, кассеты находятся вот в таких боксиках. Удобно хранить. И по 4 кассеты. Так, Fusion 5 мы брали. Ну, вот так они выглядят. Вроде бы на вид-то ничего. Ну, посмотрим, как они будут брить, как они в работе будут, в действии. А там уже дальше я отзывы. Муж попробует, и я скажу, как Гель. они.
для наращивания, для ремонта ногтей, для укрепления ногтей гель Зина. Я его взяла, смотрела, девчонки его очень-очень хвалят, я его взяла попробовать. Что хочу сказать, гель пришел запакован-то хорошо, но он был зафольгирован, я им уже пользовалась, вот эту руку я им наращивала. Я им попользовалась и, ой, уже что говорю и забываю, что говорю. Так, фольга это плотно было везде, все плотно прилегает. Откуда он течет, я не знаю. Он был подтекший, и я его протирала, и, как видите, все тут это стиралось, немножко подстерлась надпись. Гель сам по себе, он такой сероватый подтон имеет, ну, молочный. Ну, по плотности я не скажу, что он прям сильно плотный такой пигмент у него этот молочный. В работе мне он понравился, в принципе, им легко работать, но хотелось бы, чтобы он чуть-чуть пожиже был. А так гель неплохой, даже не нужно толстый слой для наращивания, он и в тонкий слой хорошо держит. Ну, посмотрим еще, как он будет в носке. Пока я еще неделю с ним хожу, поэтому пока еще ничего сказать не могу. А так неплохой гель. Не обращайте внимания, это я, ну, поковыряла и содрала здесь покрытие немножко. Вот. Так, следующее, что я заказала. И, кстати, да, здесь 15 грамм. Цену я не помню. Я цену вам пропишу здесь где-нибудь на экране. Вам цены поставлю, потому что цены я не помню. Следующее, что я заказала, это вот такая пудра Luxe Visage. Фиксирующая пудра, бесцветная. Она была хорошо упакована в такой пакет, и внутри он пупыркой проклеен. Ничего не повредилось, все пришло целое, невредимое, ничего не рассыпалось. Крышечка плотно закрывается, можно брать с собой. Единственное, что нет пуховки. Но для меня это не критично, я пуховкой не пользуюсь, я пользуюсь кисточкой. Пудрой я пользовалась один раз, вроде бы нормально, но опять же нужно несколько раз попользоваться, чтобы понять, как она будет держать макияж, как она будет фиксировать тон. Ну, опять же, я в каком-нибудь из блогов, естественно, вам потом свой отзыв со временем оставлю на эту пудру. Но отзывы были хорошие, и, может быть, кто-то из вас пользовался, напишите, как вам такая пудра, как она вообще в носке и так далее. Ну, вот я говорю, я один раз попользовалась, вроде бы нормально. Ну, посмотрим, что будет дальше. Здесь, кстати, у нас 9 грамм. Такая пудрочка. Так, следующее, что я заказала. Давайте посмотрим. Это я открывала на пункте выдачи, чтобы посмотреть, целое все, не целое. Так, я заказала вот такой шампунь антиперхоть. Отзывы тоже были хорошие. Прям, ну, хорошие отзывы, что помогает с первого-второго применения. Взяла сыну Мирола с климбозолом. Там еще есть с какими-то другими компонентами. Ну, я взяла такой шампунь попробовать. Кстати, вот я ему покупала, вам говорила, в Е-аптеке заказывала шампунь дегтярный. Улучшения есть, конечно же, и корки все прошли, и уменьшается перхоть, ну, не так быстро, как хотелось бы. Ну, вот взяла на пробу еще вот такой шампунь. Здесь у нас получается объем 150 миллилитров. Хочу запах попробовать понюхать. А как она открывается-то? Шампунь-то это. Еще и не откроешь, господи. А, вот так. Ой, как растительное масло. Не знаю, стоит ли открывать. Потом мне же надо будет ему увести ее. Ну, давайте чуть-чуть приоткроем. Ох, как сложно. Посмотрите, как. Ладно, я не буду открывать. Потом, когда он попользуется, я вам скажу, как она помогает, не помогает и что она по запаху. Ну, писали, что все нормально. Так что взяли на пробу. Следующий заказ мой. Еще не открывала его. Я уже заказывала этой фирмы себе жидкое мыло набор. И мне очень понравилось оно. Оно парфюмированное. И попробовать взяла. Все-таки не удержалась. Была хорошая скидка. Крем парфюмированный для рук и тела. Так, сейчас открою. Кое-как сняла эту слюду. Ну, вот такая красивая коробочка. La Fabrique. Матовая. Ну, обычный матовый черный картон. Смотрим, что здесь у нас. Так. Какая-то тут. Созданы для твоего вдохновения, с любовью и заботой.
Будем рады услышать ваше мнение. И здесь у нас, если возникли проблемы или вопросы, можно обратиться в отдел заботы. И вот, собственно, сам крем. Я взяла табако-ваниль. Там можно было взять бергамот-табак, вишня-табак. Я взяла табак-ваниль. Нравится мне этот аромат. И хочу послушать запах. Вот такой консистенции кремушек. Ой, девочки, ой, какой аромат. Это блаженство. Пахнет натуральный табако-ваниль. Писали, что очень хорошо впитывается быстро, не оставляет никакой липкой пленки. Ну, посмотрим. Вот оно даже на руке таять начинает. Смотрите, как хорошо оно разносится по коже. И прям мгновенно увлажняет. Вот разница, да? Смотрите, разницу-то видно. Очень приятная такая консистенция. И очень приятный такой нежный, легкий аромат. Здесь у нас объем. Ой, объем я ж не вижу. 300 мл. Все на видном месте я не вижу. Питание, увлажнение, масло жижаба, масло виноградных косточек. Способ применения и состав. Если кто-то разбирается в составах, кому-то это интересно, вот, пожалуйста, вам состав. Так, ну, будем пользоваться, конечно же. И дальше со временем посмотрим, что это будет. Так, следующее, что я заказала, это повторный у меня заказ. Вообще, я хотела другого цвета. Это тапочки. Я такие тапочки уже благополучно ношу. Тапки классные, но знаете что? Тапки ношеные. Так, тапки ношеные. Неприятно. Сегодня я уже не успею. Я посмотрела на Валбересе и что-то... Опа-на! Вот так неприятность. Так, ну все. Короче, отправляется это назад. Все. А я перезаказывать уже в этом магазине не буду. И ссылку на них я тоже оставлять не буду, раз такое дело. Ну и говорить больше не буду ничего о них. Которые мне пришли первый раз. Отличные, классные тапки. Здесь видно, что ношеные. И... видно, вот видите, пятка, и вот здесь пальцы видно, и я не посмотрела. Ну да, ну все, увезу назад на возврат. И последнее, что я хочу показать, это это вот такой набор, вот он в коробочке, вот такой был, кухонных принадлежностей. Он идет с таким стаканом, я взяла маме на подарок. Стакан идет. Так, все назад в пакет, потому что мне это нужно будет подарить на 8 марта. И здесь у нас целая куча кухонных принадлежностей. Так, давайте смотреть, что здесь. Кисточка. У меня есть такой набор, только я заказывала на AliExpress уже несколько лет назад. Благополучно им пользуюсь. Отличный. Вообще мне очень нравится. Так, идет кисть. Здесь деревянная ручка у нас и здесь силикончик. Кисточка очень удобная. Смазывать там пирожки или что-то еще. Хорошая кисть. Венчик. Венчик тоже классный. Мне нравится. Удобный, хороший венчик. Так, ну и сами приборы. Я уже вижу, что по размеру они меньше, чем мои. Давайте покажу и сравним. Так, это вот набор. Ой, из набора, который я получила. И вот из моего набора. Ну, разница существенная, да? По размеру. Ну, ладно. Такая лопатка. Дальше идет половник. Вот половники одинаковые. Для меня это идеальный объем для теста на блины. Вот как раз на сковородочку. Вот так, такой объем вот этого половничка. Так, вот такая вот ложка идет. Лопатка, еще одна ложка, а тут типа ложка-лопатка, что-то такое. И вот у меня какая, у меня намного больше. Но удобный, удобный набор. И ложка для спагетти, для салатов каких-то. И такая лопатка, тоже удобная очень, ей удобно снимать со стенок тесто. Но она у меня чуть-чуть, наверное, побольше. И еще щипцы вот такие. Еще у нас идут здесь щипцы. Вот такие вот щипчики.
Можно их закрыть, можно открыть. Удобные тоже. Так, набор, в принципе, неплохой. Есть легкий запах, но это все помоется, и запаха никакого не будет. А так, в принципе, набор неплохой. Стоил он бюджетно. Так, ну и все. Это все мои заказы на сегодня. Да, неприятно, что с тапками так получилось. Сейчас будем решать вопрос. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео.